ты привыкаешь к формату, и такого стресса на основном экзамене уже нет, потому что еще может быть огромное количество внешних каких-то отвлекающих факторов. А тут ты сидишь и учишься концентрироваться. Работа, которая будет проверяться предметными комиссиями Москвы, даст ребятам возможность увидеть независимую оценку их сегодняшнего уровня подготовки для того, чтобы скорректировать план дальнейшей работы для уже сдачи экзамена весной 2024 года. Это очень хорошая возможность попробовать себя написать экзамен в ограниченном времени и также посмотреть, какие темы западают, что, я не знаю, как раз полгода осталось, и потренироваться. Проект в Москве проходит второй год. В этом году мы ознакомились с результатами прошлого года и увидели, что те школы, которые работали в этом проекте, показали результаты лучше, чем были раньше. И поэтому, раз эффективны такие вещи, то, естественно, их нужно применять обязательно. Система введения таких практикумов и, в принципе, адаптации второй половины 11 класса под подготовку к ЕГЭ — это очень крутая возможность, потому что у нас в программу уходят какие-то предметы, к которым мы не готовимся. То есть мы можем полностью сконцентрировать все свои усилия на подготовке к ЕГЭ и в будущем поступить в лучшие вузы нашей прекрасной страны.